Принять горячую ванну на выходных смогут далеко не все красноярцы. Сегодня городские власти объявили, обещанной общегородской подачи горячей воды завтра в субботу не будет. Вот из-за таких порывов, говорят коммунальщики, жители многих улиц останутся без горячей воды надолго. Например, здесь на Энергетиков порвало еще в среду. Сейчас 1000 домов без горячей воды, как, собственно, и весь город. Но когда дадут, пока непонятно. Работы идут. Выполнять. Когда закончатся все эти работы и в квартирах появится горячая вода, сегодня экстренно решали энергетики и глава департамента городского хозяйства. После короткого совещания в главной диспетчерской быстро становится понятно. Как обещали, в субботу всем точно не дадут. Из 49 повреждений на 5 повреждениях мы уже выполнили ремонт. Однако на сегодняшний день, до тех пор, пока мы не выполним определенный объем ремонта, мы собрать технологическую схему для подачи потребителям горячего водоснабжения не сможем. Энергетики объясняют, весь город у них поделен на 20 участков. Так вот, гидравлические испытания успешно прошли только на 6. На остальных множественные порывы. Но это, можно сказать, нормально. Здесь чисто психологически напряженная ситуация, видимо, в том числе у вас, у прессы, как бы. Порывы такие и в том году были, и позатом, и 10 лет назад, и в Москве, и в Барнауле, и в других городах. Но, видимо, сейчас очень все это обострено, поэтому всем кажется, что что-то тут не так. Вот скажите еще. В итоге совещания они все-таки объявляют. В субботу общего подключения горячей воды не будет. Энергетики добились продления сроков. Городу приходится соглашаться. Ну а теперь запоминайте самое главное. Когда же дадут горячую воду в квартиры Красноярска? Об этом энергетики сообщили нам только что. Итак, в воскресенье начнет в полную силу работать ТЭЦ-3. Она обслуживает Советский район и Покровку. ТЭЦ-1 заработает во вторник или среду. Она обслуживает Ленинский, часть Кировского района до улицы Затонской. Туда придет счастье. ТЭЦ-2 последний заработает в полную силу и даст горячую воду в среду или четверг. Она обслуживает Свердловский, часть Центрального и часть Октябрьского районов. Ну, если где-то были сильные порывы, то на этих участках продолжатся работы, горячей воды там не будет, но энергетики говорят, крайний срок ее подачи – это пятница следующей недели.